Ей 15 лет, девчонка, невысока и очень худа, письмоносица, почтальонка, по прозванию Нюрка, беда, в зной и в слякоть, в метель и стужу, с сумкой кожаной наперевес разнести Нюрке почту нужно по 5 деревенькам окрест. Дома двое младших братишек, мать болеет почти уже год. Слава Богу, отец с фронта пишет, ждут и верят, что он придет. Он придет, и все будет как прежде, как в далеком-далеком вчера. Не реши только Божьей надежды. И опять на работу пора. Ребятишкам картошка в печке, и с утра с сумкой наперевес. А что впроголодь, бегать легче по 5 деревенькам окрест. В деревнях старики да дети, бабы в поле, то сеют, то жнут, почтальонку вдали приметят и с сердечной тревогой ждут. Треугольник живой, удача! То ли серый казенный конверт. Замолчат, закричат, заплачут, и померкнет в глазах белый свет. Защемит у девчонки сердчишко от людского горя и бед. Тяжела эта сумка слишком, если там от беды привет. Вести черные, похоронки, горе горького череда. Письмоносица, почтальонка, без вины дали имя беда. Малолетка еще девчонка, только в косах полно седины. Письмоносица, почтальонка, разносящая вести с войны.